напал! Всем лечь на пол! Слушайте все! Кто шевельнется, буду стрелять! Ограбление банка. Грабители вооружены и взяли заложников. Всем подразделениям отбой. Ты смотришь? Да. Как будешь вылезать из этого дерьма? Знаешь, что это? Обманка. Парни, это не обычный грабитель. Пошли, пошли! Филиал Федерального резерва в Лос-Анджелесе. Этот банк никогда не грабили, поэтому это сделаем мы. Это вам не отморозки. Это наши ребята. Когда прижмем их, раскроем все эти дела. Это особая команда. Пойдем к ним в гости. Мы похожи на тех, кто арестовывает. Мы просто стреляем. Ограбление для них как наркотик, и вскоре понадобится доза. В Федеральном резерве ежедневно списывают миллионы долларов. Если получится украсть эти бумажки, пока их не уничтожили, у нас появятся деньги, которые хрен отследишь. Они изучают цель изнутри. Ставки поднялись. Эй! Знаешь, что это означает? Что я член банды, только со значком. Не вы плохие парни, а мы. Пятница, и чтоб без проколов. Скажу одно. Не забудь жилет. Кто-то шевельнется, стреляй, ясно? Внимание, на подозреваемых бронежилеты. Целятся в голову. По моей команде. Пошли! Я не сдамся. Ну и ладно, я все равно не взял наручники.